свою презентацию мы назвали «Эпсон для народа», потому что речь идет, да, не только о правительстве, а о народе в целом, потому что мы действительно двигаем продукт массы. И сегодня была представлена линейка наших бизнес-устройств. Флагманом является Workforce Enterprise, наше коридорное решение, которое мы активно продвигаем, а также в нашей презентации было сказано о новом устройстве Paper Lab, которое занимается переработкой бумаги, которое сейчас активно тестируется на рынке Японии, и в скором времени, я надеюсь, оно поступит уже на рынке. Нам очень интересно стать партнерами Profit Garden Day в этом году, потому что мы являемся дистрибьютором программных решений и предлагаем очень интересные передовые технологии сферы кибербезопасности, контролю привилегированных пользователей и зонтичный мониторинг, полный контроль IT-инфраструктуры, а также управление. Произвело большой фурор на этой конференции. Это платформа от вендора Fidelis, который предлагает передовую технологию по искусственному обману злоумышленников, чтобы заставить злоумышленников в результате атаки выявить себя и, собственно, быть обнаруженными. И таким образом очень быстро и эффективно наши заказчики, в том числе, конечно же, из государственного сектора Казахстана, могут отражать атаки и очень быстро защищать свою инфраструктуру. Хотел бы поблагодарить организаторов за это очень важное событие. Мы каждый год участвуем в мероприятии Profit Government Day. Буквально несколько месяцев назад Казтелепорт получил государственную лицензию ОЦИП. Соответственно, мы там можем оказывать услуги по информационной безопасности. Даем консультационные услуги, можем ставить средства защиты и третье – брать на мониторинг и реагировать на инциденты. Направление новое, но оно прописано в нашей корпоративной стратегии. Я считаю, что мы успешно с этим справляемся в рамках группы «Халык». И у нас имеется несколько крупных коммерческих клиентов, которые находятся полностью под нашей защитой. Поэтому на этом мероприятии мы бы хотели поделиться своим опытом, рассказать, как мы это сделали. И в дальнейшем, конечно, мы понимаем, что государственный сектор – это драйвер экономики, и в рамках реализации киберщита мы планируем, что примем активное участие. Мы представляем сетевое направление Aruba, всем известное название, является частью HPE. Компания Gartner в этом году 14 раз подряд признала Aruba лидером в сфере wired and wireless, то есть инфраструктура проводных и беспроводных сетей. В основу решения Aruba лежит безопасность. И, как вы знаете, безопасность является ключевым фактором принятия решений в госсекторе. Среди таких решений можно отметить Aruba ClearPass, контроль доступа к сети. Aruba AirWave позволяет анализировать сеть и также предоставляет контроль данных. Также хотела бы отметить Aruba Introspect. Это решение, которое на основе искусственного интеллекта позволяет выявить изменения в поведении пользователей, соответственно, предотвратить какие-то атаки. Сегодня мы вот участвуем в этой выставке. Хотелось бы отдельно поблагодарить Profit за такое мероприятие. Было очень много заказчиков, очень много нетворкинга. Мы поговорили с заказчиками, выявили их потребности. Вот. И все прошло супер, организация на высшем уровне. Мы являемся ведущим системным интегратором на рынке Казахстана, работаем в секторе B2B, B2G. Сегодня на конференции мы представляем свои решения программно-аппаратные. Что касается аппаратных решений, это решение Teach Touch, интерактивный дисплей с диагоналями от 65 и выше. Что касается программных решений, мы представляем свою информационно-аналитическую систему, BI-систему, которая может интегрировать все данные в единую систему, в общем хранилище данных, собственно, визуализировать, анализировать, делать прогноз. Что касается других программных решений, это у нас есть система поддержки совещаний, голосований. Внедрили ее в прошлом году в канцелярии премьер-министра. Получается полностью проведение всего совещания в безбумажном формате. То есть все сопроводительные материалы, любые презентации, доклады, справки, а также система голосования с автоматическим формированием протоколов голосования. Все происходит в режиме онлайн, без бумаги. Вот и прошел сегодня первый день нашей совместной конференции Profit Government Day Казахстан. Конечно, выбранный в этом году формат, он уникальный. Произошла реально коллаборация, которой, наверное, никто не мог мечтать. Сошлось самое крупное мероприятие для госорганов по информбезопасности и самое продвинутое инновационное мероприятие для юных пентестеров, будущих и текущих хакеров и просто для молодых талантливых людей. На мой взгляд, реальные жемчужины всего происходящего сегодня были на
наши панельные дискуссии. Одна была посвящена информбезопасности, вторая – масс-медиа, фейк-ньюс и управлению общественным мнением в современном мире. Если брать первую секцию, то, конечно, все наши классические, собственно, спутники дискуссии – это и Комитет информбезопасности, Министерство цифрового развития, ГТС и Национальный координационный центр информбезопасности, это и Национальные информационные технологии. Сегодня всем коллегам был хороший такой дана возможность для рассказа о том, что было нового, что сейчас актуально в информбезопасности и чего ждать нашим отраслевым коллегам. И, конечно же, я верю, что каждый раз еще больше людей смогли узнать что-то новое, больше специалистов могли обменяться своим мнением, и, конечно же, каждый для себя вынес что-то, что он в своей работе может применить. Поэтому, конечно, спасибо большое всем нашим коллегам, спасибо нашим ключевым министерствам, спасибо всем, кто поддерживает, и, конечно же, коллегам из ЦАРК и Profit Events. Мы все в этой лодке в этом году втроем, это нереально круто, и думаю, дальше будет только лучше. Спасибо.